Да. Да. Сим был северный перчонок, у него был красный кот, представлял тот кот. Тузом новый сон хлопот, и на северный всех проводил не раз за спас, и в далекий лес. Фермерчон его увез, но спустя дней пять, кот вернулся опять, а все еще пропал, а он не думал пропадать. Рассердился чон, что домой приходит кот, и позвал кота. Он космический полет, и ракета ввысь, улетелся в огне, и умчался кот, и остался на луне. Распустя дней пять, кот вернулся опять, все ищет, что пропал, а он не думал.